Весной 1986 года в Якутске группировки русских подростков совершили несколько избиений студентов-якутов на городском катке. Жертвы выбирались по национальному признаку. В ответ студенты-якуты дали сплоченный отпор. Тогда на подмогу молодым хулиганам пришли их старшие, многие с уголовным прошлым, с призывом «Якуты, оборзели, мочи узкоглазых». 1 апреля несколько десятков русских, вооруженные обрезками труб, цепями, напали на каток, началось повальное избиение. На помощь студентам прибежали их товарищи из студгородка. Завязалась жестокая драка. После этого среди студентов начался стихийный митинг. Возбужденная толпа двинулась в центр города, увеличившись до 700-800 человек. Выкрикивались антирусские лозунги. По дороге кто-то пнул русского милиционера. Впоследствии прошли задержания. Около 100 студентов были оформлены, многих отчислили с учебы. Под суд попали 5 человек, получившие до 4 лет заключения.